Так, друзья, по окончании матча молодежи Чертанова и Краснодара Валерия Батрева. Лера, ну расскажи, как, что было, что не получилось у команды, по твоему мнению? Ну, были неплохие атаки. Мы были настроены на победу. К сожалению, не завершили пару моментов своих. Вот. Так, команда, в принципе, ну, собрана. Сыграли неплохо, но надо все равно работать. Свою игру как оценишь? Второй матч, выходишь в стартовом составе. В прошлом году была травма у тебя, не играла. Как себя чувствуешь? И в целом на сезон как смотришь? Ну, я заряжена прям на 100%. Благодарна тренеру то, что дает мне ходить в стартовом составе, верит мне. Вот. Что там было? Есть в составе в том числе и девочки старшие, из основы. Помогают они? Или, может быть, наоборот, лучше играть там своим там, 6-7 годом? Как тебе кажется? Не, они помогают, но, конечно, приятнее играть своим составом. Но в любом случае, спасибо им, что они нам помогают. Чего дальше? Дальше будем стараться, только победа. Значит, они будут. Спасибо. Лера Батрева по итогам матча с Краснодаром.